В Синьдиал-Покровском сельском поселении продолжается модернизация Дома культуры. Здание давно требовало ремонта, и вопрос этот ставился уже на протяжении лет 10. И вот, наконец, в год культуры администрация сельского поселения выиграла конкурс на проведение капитального ремонта местного ДК. Галина Мочалова работает в библиотеке ДК уже 30 лет с момента ее открытия. И за все это время, утверждает заведующая, не проводилось никаких ремонтных работ. Давно у нас не было ремонта, вот нынче у нас мы попали в программу, и как раз с клубом вместе нам ремонт сделали крыши, а то у нас потолок протекал в нескольких местах, и окна были старые, теперь нам новые окна поставили, и крыша не протекает, и немножко косметический ремонт требуется, и потом еще красивее и уютнее будет. На ремонт здания планируется потратить чуть больше 1 000 000 рублей, из которых 700 тысяч выделил республиканский бюджет. Около 300 тысяч нашли в казне Синьдиал-Покровского сельского поселения. Этого хватило на замену кровли, окон и дверей. Поскольку подрядчика определили на аукционе, удалось немного сэкономить, и эти деньги пойдут на косметический ремонт. В клуб каждый день приходят дети, читают книги, играют. Детские ансамбли выступают с песнями и танцами. Из-за того, что сделали ремонт, сюда тут стало лучше, чище и красивее. Сюда хочется приходить чаще, приходить в библиотеку, смотреть, как выступают на каждый концерт. Читать книжки. Тут очень интересно, и мне нравится. И мне понравилось, как тут красиво и уютно. Екатерина Кудряшова, Сергей Рябчиков, Республика.